Итак, прежде чем вы начнете смотреть очередную порцию дерьма, не совсем дерьма, точнее, это кинематограф школьников, вот, это кинематограф школьников, прежде чем вы это начнете смотреть, хочу сказать, ох, свою мать, что это было, неважно. В общем, короче, и это, как бы, всего лишь, типа, приколы, все такое, ничего там такого, только ради смеха и всего такого. А теперь к более важным вещам. Я уезжаю на 9 дней и не смогу пилить новые видосы 9, ровно 9 дней, даже может больше. Я не знаю, сколько, может 10, может 9 дней. В общем, короче, меня не будет. В общем, это все, то, что я хотел сказать, и теперь мы переносимся к нашим школьникам. Что ж, погнали смотреть этот очередной шедевр. Да, это фильм про монстров в деревне какой-то. Короче, погнали все, погнали дальше. Ах, да-да-да! И еще я забыл сказать, у меня сегодня день рождения, да, у меня сегодня такой праздник, и я сам себя поздравил, в общем, короче, там, дудочка, так вот, короче, да, вот, короче, я себя сам поздравил, и все, короче, погнали дальше смотреть. Проснись. А, что случилось? Наш самолет ударил молнией, и мы падаем на землю. Куда, как, зачем, почему? Стой, проснись, наш самолет ударила молния. А что, куда, как, зачем, почему? А, ну ясно, наш самолет ударила молния, вау. Да, вот это актерское мастерство заслуживает чертового уважения, вот блин. Хорошо играют актеры, мамины режиссеры. Ладно, ладно, дальше, давайте. Как он ударил молнией? Вот дырка, не видишь? Что с нашим самолетом? Электроника повреждена. Так какого фига ты тут? Иди быстро управляй самолетом, мы же можем разбиться. Ладно, не злись, печеньки пожуй. Хорошо, спасибо. А что случилось с нашим самолетом? У него молния ударила. Вон видишь, там крыша, дырка, мы падаем. Так что же ты делаешь? Иди бегом управляй самолетом, у нас электроника повреждена, он неуправляемый. Иди управляй самолетом. На, не психуй, вот пожуй печеньки. Чего? Они падают на самолете, боже мой, если бы я падал на самолете, мне бы никакие печеньки уже нахрен бы не были нужны. Это падающий самолет, это падающий самолет, боже мой. Вы падаете, ребята, берите парашюты и прыгайте. Почему вы только вдвоем на одном на таком самолете только два человека летят? Вопрос, кто из них пилот? Вообще, там должно быть два пилота, потому что школьников не пустят управлять самолетом. Боже мой. Давайте дальше. Чувак, ты живой? Ты кто? Ой, извини, я тебя не узнал. Как ты? Я нормально, только немножко... Подожди, мне так плохо. Кажись, головой ударился сильно. Ударился ты головой еще тогда, когда ты решил снимать этот чертов фильм. И ты знаешь, что если упасть на самолете, люди не выживают, если самолет падает и взрывается, там еще и горит. И откуда его другая броня? Откуда она у него взялась? Откуда? Почему он тут... И почему у него просто болит голова? У него как минимум должно было оторвать ногу, руку и еще что-нибудь. Что-нибудь жизненно неважное. Например, голову, то, что неважно для жизни ему. К примеру, хотя бы голову, ну боже. Дальше. На, выпей вот это, может, полегчает. Давай. А откуда ты уже в одежде? У тебя же не было такого. У меня она была в моем личном сундуке. Ясно. Везде? Ну ладно, не везде. Но она была в моем личном сундуке. Получается, он с собой таскает сундук. Он с собой таскает сундук с броней, да? Он кладет в сундук броню и ходит с броней. Он будто знает, что что-то случится. И зачем ему тут броня, вопрос? Это такой вопрос. Зачем ему броня, если это не... Ну, они летели в город какой-то. Значит, ну, тут как минимум... Зачем тебе броня? И вообще, откуда у тебя чемодан? Тут самолет взорвался, разнесло. Все, бах, трабабах. Вы должны были сдохнуть уже. Ну, тогда бы не было этого дурацкого фильма. И мне бы не было что обозревать. Ну, в общем, мы продолжаем смотреть эту бредятину. Где мы сейчас находимся? Нет, не знаю. Но можно посмотреть по карте. А где она у тебя есть? Нет, у меня ее нет. Но я знаю, что в самолете был еще один сундук, и там были вещи для выживания. Ну так что ж мы стоим-то? Давай искать. Так, я пойду туда, ты здесь. Откуда в самолете вещи для выживания? Откуда в самолете будет... Откуда у него будет карта местности, на которой они еще даже ни разу не были? Они сюда прилетели, они здесь упали. Откуда у них будет карта? Откуда в самолете вещи для выживания? Это же самолет. Это самолет, он падает, взрывается, и все, все гибнут. Это печальная правда.
Да зачем? Я опять пытаюсь где-то тут найти какую-то дурацкую логику, которая тут просто не существует. О, боже мой! Ладно, давайте дальше. Ох, как хорошо. Ныряем. В общем, тут они, как всегда, несли какую-то херню, и мы это быстренько промотаем. Иди сюда, я нашел сундук. Плыву, плыву, подожди, не кричи так. Мы сейчас голова прямо напополам расколется. Вон она. Что? Сундук под водой, ладно. Но почему сундук полностью забит лутом? Там топоры, там меч, там железо, там-то хренище, все, там прям целый набор для школьника, который не умеет играть без думани итемс, которые типа устанавливаются на игру. Боже мой! Откуда в самолете меч, если знаете, что это холодное оружие, и оружие нельзя проносить в самолет вообще никакое. А тут оно просто в сундуке лежит. Просто в обычном сундуке, который можно подойти, открыть, и там у тебя оружие, там у тебя топор, там у тебя железо, там у тебя... А там все можно было найти, блин, это просто, это... Ладно. Я взял карту, но там было еще много вещей, но я их не стал брать. Ладно, я их возьму, потом их разделим. Хорошо, так. Ой, похоже, мы находимся в той деревне, в которую нам надо было прилететь. Ой, похоже, мы находимся в той деревне, там, где мы должны были прилететь. Что? Ты понял, что ты сказал? Я сам не понял, что ты сказал, я с трудом это повторил даже. Как такой бред можно нести? Откуда у тебя карта? Откуда карта с местности именно этой точки, если бы вы упали в другом месте? Какой нахрен бы вам сдалась эта карта, если эта карта от этой местности? Люди, которые создавали этот чемодан, наверное, знали, что самолет упадет, и они все спланировали. В смысле, они специально как бы сделали так, чтобы самолет упал, и специально кинули им карту, и это все испытание школьников, сколько школьники могут продержаться без своей мамки. Бу-ха-ха-ха! Поехали дальше. Так, пойдем познакомимся с жителями. Сейчас, одну секундочку. Ох, ну мне кажется, то, что они какие-то тут необщительны, потому что так упал такой огромный самолет, и они даже не посмотрели, что случилось. Да, странно. Надо поговорить с жителями этой деревни. Ну, похоже, они какие-то необщительные. Тут упал такой здоровый самолет, а они даже не вышли и поговорить с нами, спросить, все ли у нас в порядке, хотим ли мы чаю. Они еще что тут, блин, бомбанул самолет. Я бы сам срал выйти туда на улицу, если бы там упал самолет, блин. Потому что мало ли что там еще бомбануть-то может в этом сраном самолете, если бы он по натуре-то упал. Ну не знаю, ну мало ли там еще что-нибудь бомбануть бы могло. Они какие-то не очень разговорчивые. Это никак не имеет того, что они просто не подошли и не посмотрели, что там произошло. Они просто не подошли и не посмотрели. Это не значит, что они не разговорчивые. Вы думаете, школьники иногда, боже, думайте. Да. Кстати, возьми, я нашел одежду. Дай мне, пожалуйста. Вдруг будет холодно. Да мне уже холодно. Ну да. Стоп, подождите, одежду нашли. А типа ща это не одежда, это ща не типа голая, да? Это что, ща они типа голые, да, типа, а это Надежда Макинова, что типа оделись. Боже, они педики. Искупаться в озере. Подожди меня. Ой. Так, у тебя есть аптечка? Нет, аптечки нет. Ну ладно, я как-нибудь сам. Не, сейчас обосновимся какой-нибудь домик. Черт, что это такое? Это как после нашествия инопланетян. Что случилось с деревней? Что это такие за дома уродские? Нашествие инопланетян! Вых, как круто! Теперь это еще и нашествие инопланетян, да? Но нет, это просто они морозят, как всегда, очередную херню, потому что они школьники, они заранее не придумали сюжет фильма, потому они просто импровизируют, и поэтому они говорят, что это... как вообще, что после нашествия инопланетян, а что тут людей нету... Это все тоже, типа, как после нашествия инопланетян, кстати, да, вполне возможно. Но, блин! К чему тут какие дома уродские? Они просто разбитые от того, что тут, возможно, упал самолет. Самолет мог, когда падать, частями самолета могло разбить эти чертовы дома. Думайте иногда, боже, сколько можно повторять, думайте, школьники, перед тем, как снимать такое! Поехали дальше. И почему у них живут коровы? А вот это вроде целый. И у меня самый главный вопрос. Где жители? Да, у меня тоже такой вопрос возникал. Так, что же могло случиться? Либо меня обманывает карта, либо здесь что-то произошло непонятное. Ну да, естественно, конечно, может обманывать карта. Ведь она найдена в чертовом упавшем самолете. И вероятность того, что эта карта именно от этой местности, просто, ну, не тогда ущербная, потому что какая... Ну кто знал, что этот самолет может упасть именно в этом месте, в этой деревне, в которой даже нету аэропорта, чтобы посадить самолет. Это просто бред, ну боже. Ай, я пытаюсь опять искать логику в этих дурацких фильмах по Майнкрафту. Ай!
Ладно, поехали дальше. Да. Так, я не знаю, что делать. Мне кажется, первым делом надо найти себе жилье. Я не знаю, что надо делать, но первым делом нужно найти себе дом. Да. Вот я предлагаю тебе этот симпатичный кирпичный домик. Нормально. Вот. Да. Так, давай. И внутри уютненько. Согласен, там нам только надо будет забить стекла, и все будет хорошо. Ну это мы в лес ходим, нарубим дров. Давай, да. Две кровати и сундуки. Еще и проигрывают, походу. Ой, знаешь, как мне сейчас плохо, все болит. Ладно, давай я разделю пока что вещи. Я пойду пока что соберу пшено, там его много. Давай. Так, лишняя еда все-таки. О, как же мне плохо. Как же мне плохо! Как же мне плохо смотреть это, боже мой! Слушай, я хотел тебя давно спросить. Ты гей? Да. А ты вообще знаешь, зачем мы сюда прилетели? Нет, я просто выполнял твое задание. Тебе интересно, зачем мы сюда приехали? Да. Вау, это самый жесткий диалог и продуманность вообще сюжета просто жесткая. Тебе интересно, ты знаешь, зачем мы сюда приехали? Нет. Тебе интересно? Да. Боже мой! Почему он так отвечает, как будто он зомби какой-то, его просто заставляют говорить этот текст? И вообще, что она сильно заставляет произносить этот дебильный текст? О боже, они какие-то странные. Ну, как бы сказать, я работаю, ученым, и я езжу по разным экспедициям, где происходят разные аномалии. В этот раз, в этой деревне, в этой окрестности, поселился какой-то маньяк. Это уже просто не нуждается в моих комментариях. Это даже не нуждается в моих комментариях. Он не человек, он просто дух. Он совершает очень страшное. И мне, как бы сказать, мои руководители сказали, чтобы я поехал сюда и разобрался со всем этим. Я не знал, что здесь так будет очень опасно. Что здесь опасного? Вы просто упали на чертовом самолете. Вы должны были умереть. Вы должны были разбиться. Вот, котлета в смятку. Как-то мясо, кишки, кровь везде по всем. Там, так, чтобы от вас там у школьников досталось. Самолет бы взорвался и разорвал вас всех. Нахрен. Начальство. Он несколько раз запнулся, когда говорил текст, который он буквально выдумывал на ходу. О, боже мой, реально. Что здесь сейчас опасного? Тут в этом городе сейчас ничего опасного еще не произошло, кроме того, что вы упали на самолете, который и то был не в городе, а вы просто упали на самолете. К тому же вы нашли какую-то сраную карту в этом же самолете, которая карты показывает ту местность, на которой вы находитесь. Вы упали в этой местности, а эта карта показывает вам эту местность. Кто знал, что эта карта будет вам нужна? И кто знал, что вы здесь упадете? Боже мой! Я думал, то, что все пройдет успешно, я не верил, то, что здесь какие-то есть такие аномалии. За всю свою работу я не встречал ни одного такого явления. Я всегда находил какие-то оправдательные факты того, что не существует ничего такого. В принципе, я тебе все рассказал. Извини, что как-то нечетко говорил тебе, так как мне сейчас очень плохо. Да и мне тоже не очень хорошо. Интересно, здесь есть что-нибудь вроде баньки, типа этого? Мать вашу, да вы только что упали на самолете! Один говорит, что ему плохо, другой говорит, что ему тоже плохо, причем второй говорит это таким голосом, как будто ему очень даже хорошо. Да. Вот это что за бред? Это теперь ему нужна банька. Ого. Ну да, это важно, это очень важно после того, как вы упали на самолете. Не надо искать людей, первую помощь, звонить куда-нибудь, какие-нибудь службы, сообщить, что тут что-то произошло, не то, что вы упали на самолете, там СОС или еще что-нибудь. Нет! Нужно пойти в баню! Все, если я упаду на самолете, когда-нибудь в жизни упаду на самолете, где-нибудь разобьюсь в какой-нибудь деревне, там где нету людей, я пойду в баню. Первым делом, что я сделаю после того, как упаду на самолете. Это 100%. Смотрим дальше. Ну вот это вот какое-то здание напротив. Да я сейчас пойду схожу в него. Я с тобой. Давай. А то одному тут опасно, наверное. Да, кстати, не наверное, а точно. А? Надо в лес ходить, это уже закат. Хотя да мы нет, не... Нет, еще в принципе нормально, пошли зайдем сюда. Да не, чтобы заколотить. А вот и походу и банька, смотри. Сейчас. Опа, смотри, сколько здесь напитков разных. Сейчас посмотрю. Ого. Так. Ну где ты там? Ха-ха-ха, кто-то вылетел с сервера. И как они это все так четко прям
Все прям так четко скрыли. Ха-ха-ха. Да, вообще, просто, вообще. Так, бесполезно. Он вылетает, сервер. Да, куда ты там делся? Куда ты там делся? Да, я иду, сейчас только возьму, нажму, подсоединиться к серверу. Ты пока не поворачивай камеру на меня, потому что испортишь фильм. Бла-бла-бла-бла. В общем, короче, как-то так, что ты мне сегодня совсем херово с шутками. Я вообще что-то сегодня херовый вообще, да. Ты иду. Давай. О, как здесь жарко-то, а? Давай быстрее. Ну так, это же банка. Да ничего, они просто мне мешают. Ладно. Я спотыкнулся об них. Слушай, я тебе предлагаю как-нибудь, ну если у нас будет время, власть это моя. Это ж водочка. Смотри, не пей, мы на работе. Я тебе уже такой напиток дал, ты не заметил. Да? Блин. Да. Больше же такого не делал, я никогда не пью на работе. О, смотри, это яд! Что? Я яд на работе не пью! А я тебе уже дал, ты просто этого не заметил! Ха-ха-ха! Смотри, чтобы больше такого не делал. Чтобы больше не давал мне смертельно опасный яд, который может меня убить. А, ну ладно, не обижайся, больше не буду. Вы вообще вдумались о том, что они несут? Так-то, боже, тут вдумываться нечего, мне уже даже... У меня глаза уже болят, уши из ушей кровь хлещет просто. Это как-то ужасно, я не могу, меня уже тошнит. Ладно, я не буду больше наедовать, дальше смотреть. Херю. Да, именно херю. Я даже шутить уже не могу, потому что я посмотрел эту херню. Блин, ну все, дальше давайте. А зря, а? Драк. Так, что мы сейчас должны сделать? Я ничего не понимаю. Ну, я думаю, надо сходить. Я думаю, что стоит обследовать всю деревню. Обследовать стоит тебя, твоему лечащему врачу. Потому что у тебя какие-то проблемы, явно какие-то странные проблемы, больные, блин. Кто вообще такое будет снимать? Зачем такое снимать? Ну, а, не, ну, в принципе, ребят, продолжайте снимать, иначе у меня не будет больше никакого занятия, кроме как снимать еще летсплеи. Сюда, снимайте такие видео. Давайте, я буду ржать с вас. Ха! Хотя у меня самого видео даже не очень. Ха-ха-ха-ха-ха, я типа сейчас над собой пошутил. И, чувак, пацан, сходи к врачу, тебе обследоваться нужно, потому что нужно не обследовать остров, а исследовать. Это совершенно разные вещи, обследовать и исследовать. Обследовать это у врача обследуют, а тут исследуют, значит, тут... Боже, я лучше промолчу, давайте смотреть тихо дальше, потому что я уже не могу, я просто... Ай-яй, как... Это я просто не знаю даже, что говорить. Да подожди, ты надо сначала дерево нарубить, вот я тут чуть дерево вижу. И заделать все окна, потому что стрёмно же. Ну, согласен. О, спасибо, что положил мне столько вещей. Да, только все не бери. Нет, я взял только то, что мне очень нужно. Смотри, уже темнеет. Так что не получится у нас нарубить деревья. Так. Получится. Надо быстренько. Ладно, пошли. Так, давай первый... ты нарубишь дос, а? Первое попавшееся дерево берем. Давай. Слушай, нет, давай разрушим. Давай дорушим вот этот домик. Фу, гриферы, фу, гриферы, баньте их, где админ, я админа позову, фу, баньте их, быстро баньте их, это гриферы, где админ? Давай, хорошая идея, я пойду обследую дальше все. Давай. Так. Мне все-таки очень интересно, что же здесь все-таки, смотри, смотри. Что? Да просто маленькая ферма. А-а-а, пресвятая Селестия, смотри, что там? А нет, ничего, это просто ферма. Ты понимаешь, я просто немного тупой и вот и кричу, когда вижу какую-то хрень. А, смотри, это куст! Это травка! О, боже мой! Он на все так будет реагировать? Не, ну просто зачем было эту реакцию делать? Зачем такая реакция? Ну типа, ой, смотри, это что за бред, ну блин. Да, я опять останавливаю видео, несу какую-то химею. Все, продолжаем дальше, я помолчу. Так. Ой, я нашел какой-то сундук. Ну-ка. Здесь, походу, какая-то маленькая зона отдыха, что ли. Здесь кресло, костер, ну, который не горит. Посмотри в сундуке, может, там какие-нибудь вещи есть. Нет, тут только еда есть, я ее возьму. Я нарубил дров, у меня 48. А, вот еще уголь есть. Уголь нам нужен? Уголь? Да. Не знаю. Нет, нам давай. Не нужно. Давай возьми его. О, не, не надо уголь. У меня есть 10 штучек угля. Ладно. Ох. Слушай, уже темно. Слушай, пошли тихо, там. Тихо. Помоги мне. Что, да. Пошли и обследуем этот дом. Мне очень страшно. Тут нет все ничего. Все пустые. Ты слышал это? Что? Это мой мозг молит о спасении. Боже!
Я не могу уже это смотреть. Это мой мозг молил о спасении. Вот что это был за звук. Какой-то звук. Нет. А я слышу. Слушай, мне очень становится страшно. Ну я не верю, ну я не думаю, то, что здесь кто-то есть, кроме нас. Мы все равно как-то ночью по улице в разрушении. Ты смотри, тут какие-то зеленые твари. Где? Что? Вон. Это криперы. Откуда ты знаешь? Как, кто же их не знает? Это самые противные мобы. У них здесь сейчас, ну, в лесу у них очень много гнезд. Так что обойди их аккуратно. Куда ты пошел? Обойти. Видишь, он запрыгнул в клетку один. Во-во-во, это было прям так по стелсу, это просто стелс. А вы слышали? Криперы! У них гнезда! В лесу гнезда у криперов! Ааа, моя психика! Ааа, боже мой! Боже, все, это уже почти конец, осталось совсем немного, совсем немного! Давай, быстро, быстро, идем домой. Около нашего дома один. Черт. Надо быстро бежать. Все, быстрее, 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 а! Все, быстрее, быстрее. Отлично. Так. Молодец. Я думал, ты будешь делать нормальные стекла. Где я тебе еще добуду стекло? Согласен, глупый я. Глупость сказал. Да нет, ты сначала не ошибся, ты их правда глупый, так что ты был прав. Ну, хоть в чем-то в своей жизни ты хоть раз как-то что-то правильно сказал. Так что молодец, ты был прав, ты глупый. А вот потом ты исправился, как бы, но ты сделал только хуже. Ты даже... А, ну что я делаю, боже, ну уже почти скрылся конец, короче, ты глупый, проехали. Идем дальше. Ладно, ну, давай ложиться спать. Давай. Все, пошли. Спокойной ночи. Спокойной ночи. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Что ж, спасибо за просмотр. Еще раз с днем рождения меня. Да, ура. И в общем, спасибо за просмотр. Я знаю, сегодня было не так весело, как в прошлый раз, потому что я не выспался. Я, в общем, проснулся в 7 часов, а влег где-то в 5. И вот решил что-то сделать. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчик. Там, ну, все, короче, вы знаете, что делать. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем покеда. И я пошел спать. Что? Ну, сейчас даже не ночь, сейчас типа ближе к вечеру. Всем пока. Субскрайб, мадафака. Homes below. We welcome back the southern birds.
so their families can grow.